Саша Зингер сегодня играет на барабанах. И
и Артем Баскаков на контрабасе. Меня зовут Маша Арт, я играю на альтсаксофоне. И сегодня, как обычно, мы будем играть все мои авторские композиции, артовские. Мы сейчас сыграли первую песню, заглавную с моего первого альбома. Вот он здесь, такой красавчик, беленький лежит. 32 августа называется. Можно пустить по рядам, посмотреть. А продолжим мы композиции из новой моей программы, которую мы еще не записывали. Называется она «Аритмия». Thank you.
Thank you.
общем, один прекрасный, или может быть наоборот, отчаянный момент, я решила сделать кавер на какую-нибудь популярную песню. И вот начала думать, что же сделать, какие есть красивые мелодии, которые мне нравились раньше или нравятся сейчас, из популярных. Но я сделала программу «Песен Бьорк». Это мы отдельно исполняем с певицей джазовой обработки. То есть от Бьорк остается только какие-то красивые, интересные мелодии, а ее странность, с которой не все могут иметь дело, она немножко отходит, остается с ней, а я взяла у нее только интересные мелодии, красивые, и обрамила в такой вот джазовую рамочку. Также выбрала одну песню начала нулевых или конца 90-х, Нелли Фуртадо, I'm Lucky Bird, и сделала кавер таким конец, и мы сейчас играем этот кавер. Thank you.
Саша Зингер. И Артём Баскаков. Ну, в принципе, у нас еще много песен. Но я думаю, мы на этой песне закончим уже. И, может быть, пообщаемся, если у вас есть какие-то вопросы, заметки. У меня есть вопрос. Конечно. Маша, расскажите, что вдохновляет вас на создание такой музыки? Может быть, чья-то еще музыка, или, может быть, картины, или чье-то творчество? У вас музыка очень самобытная, интересная. У меня сейчас, пока я слушал, в голове только крутится Майлз Дэвис Динго. Но она побольше... Раньше она была более такая какая-то... сентиментальная, мелодичная, меланхоличная. Вот, но... Немножко я себя, мне кажется, исчерпала в этом эмоциональном состоянии и захотелось чего-то очень интенсивного, активного, как Москва. Потому что я из Санкт-Петербурга, и там мне по-другому хотелось жить и дышать, ходить и быть. Вот, а в Москве как-то... Да, наверное, акцент на другое ставится и обращается внимание на какие-то другие вещи, поэтому... Ну и тем более, когда ты имеешь в городе столько классных барабанщиков и басистов. Ну, нет, на самом деле Артём один такой. И поэтому у меня есть возможность играть такую музыку с активными рифами, басовыми. Поэтому... Ну, то есть в Петербурге была иначе немножко ситуация складывалась. И там, наоборот, хотелось на какую-то, опять же, рефлексию делать упор. А здесь хочется... Тем более это классно получается. И почему? Ну, вообще-то, судя вот по московским ощущениям, у вас достаточно лирическая музыка. У него нет ни агрессивности, ни рефлексии, несмотря на быстрый темп. Может быть, так у вас в коллективе получается, что звучит очень мягко, все в балансе, и, собственно, некая созерцательность есть. Даже так, классно. Да. Да, потому что, когда добавляется еще клавишник, то это лиризму нет предела просто. Даже несмотря на такие активные рифы и барабанные партии. Но мы как-нибудь услышим здесь тоже, да? В смысле, в другой раз обязательно? Ура. С клавишником. Нет, но у нас есть две лиричные композиции, они как раз такие из моего прошлого, мы можем исполнить. Это не одна из первых моих песен, а вот самая первая, которую я написала. Давным-давно, в прошлой жизни. И она есть в двух вариантах вот на этих альбомах. Здесь космический вариант, такой электронный альбом. Мы играли презентацию в планетарии. Вот, и здесь, в общем, более электронная версия песен. А здесь, в общем, с роялем. Но они оба писались на Мосфильме. Вообще все эти три альбома писались на Мосфильме. У Андрея Левина, это мой... Появился сейчас еще ему конкурент, Саша Перфильев, но Андрей Левин мой любимый звукорежиссер, и он просто у него какое-то звуковое сведение. И, в общем, вы сможете оценить. Как вы считаете, удачно эти альбомы записались? Вот то, что вы планировали записать, и то, что получилось? Вообще, мне кажется, в джазе, джазовую музыку, это как-то странно планировать вот все одним образом, чтобы это все получилось так, как ты запланировал. Мне кажется, такого не может быть, потому что вся музыка задается в процессе игры и взаимодействия между музыкантами. И во-вторых, планировать что-то, это значит связывать руки полностью другим художникам, и они не смогут быть свободными, никак выражать себя. Если я выбираю каких-то людей, я уже
знаю, что чтобы они не сыграли, для меня это подойдет. Я не буду никого тыкать и говорить, нет, мне надо по-другому, потому что для меня очень важно, чтобы... Ну, то есть, если бы я хотела, чтобы было все так, как запланировала я бы была бы тогда, пыталась бы стать мультиинструменталистом и делать музыку одной, и вообще, вот, идите все, я знаю, как лучше сыграть, и буду таким Джейкоб Коллиером. Тогда по-другому вопрос поставлю. Результат, вот, который получился на дисках, вас устраивает? Мне кажется, все, что я создаю и делаю, я могу это оценить, что касается еще рисунков и скульптуры, я этим тоже занимаюсь. Я это все могу оценить по достоинству по прошествии времени, например, год или два, когда я уже стала другим человеком, и я смотрю на это произведение искусства с точки зрения, ну, что это не мое, это вот что-то другое, и тогда я больше вижу... каких-то положительных сторон и прекрасности, и красоты в этом. Также и с музыкой. Ну, то есть, когда ты с этим живешь, какую-то музыку, для тебя это твои будни, для кого-то это может быть очень интересно и наковато, но для тебя это само собой разумеющееся, и то есть ты перестаешь как-то... Ну, это, тебе это предается, как жена, например, и тебе хочется уже чего-то другого. А потом она уходит, такой, блин, да она такая классная, и так же с музыкой ты создал, и думаешь, ой... Да, ну вот здесь косяк, и тут косяк, и что-то как-то... А потом, когда ты это оставишь, уже станешь немножко другим, ты поменяешь, ты смотришь и видишь только красоту. И даже если вспомнить, что где-то там я видела косяк, то это, наоборот, кажется признаком какой-то жизни и вообще каких-то процессов естественных, потому что в каких-то... Ну, в каких-то косяках и есть жизнь и красота, и потому что, ну да, для меня, если все идеально, это уже как-то приторно, не настоящее, но не имеет ценности, наверное, да. Спасибо. Слушайте, а можно вопрос задать? Конечно. Да? Если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. Вы говорили, что вы любите писаться на Мосфильме, но, насколько я знаю, вот из открытых источников сводил вас ваш последний альбом, некий швед, да, и мастеринг делал, и это было его предложение, немножко звук саксофона, тембрально. Это было мое, если честно. Ваше. Вот я хотел спросить, насколько это правда, и насколько вам понравилось то, что вы сделали на этом альбоме, потому что лично мое мнение, что это очень классно звучит. Вы довольны этим экспериментом? По какой причине я обратилась к боссу Савику? Мне очень понравилось, как звучат два альбома ЛРК, последние, которые они вот как раз сводили в него. Мне захотелось непременно, вот, чтобы у меня так же прекрасно все звучало. Я отправила ему материал, но то, что он прислал сначала, меня... Ну, я стала в недоумении, у меня очень было много вопросов. И, ну, по саунду саксофона, которого было очень много, и он был очень близко, настолько, что уж хотелось. И были какие-то непонятые музыкальные задумки или, может быть, картины визуальные, которые вкладывались в композицию. Вот, но их было настолько много, что я поняла, что нужно было, конечно, с Левиным сидеть и сводить, и как мы это делали, и обсуждать, и говорить, где лучше, где хуже. Но немножко не оправдались мои ожидания. Ну, может быть, потому что это мой альбом, я к этому чересчур строга. Там. Еще недостаточно времени прошло? Да, наверное, вот через пару лет я послушаю. Нет, но он убрал саксофон, и все стало лучше. Вот, это было именно мое предпочтение. Кирилл Машков неправильно. Вот. Он думал, что так босс задумал, но на самом деле это я сказала. Догните меня подальше. Ну, мы сыграем вот эту песню. Thank you.
называется она очень по-дурацки. Мне прям иногда очень стыдно за это название. Но для меня... Я его выбрала и оставила. Она какое-то время несколько по-другому называлась периодически, но я все-таки решила его оставить, это название дурацкое, потому что... Не знаю, по каким причинам другие музыканты называют так свои песни, но мне показалось, что это передает как раз-таки человека, внутреннее состояние человека, который живет в Петербурге, и вот у него сейчас август и плюс 11, и вот так вот всегда на душе плюс 11, августовский дождь называется песня, August Rain. Вот. Но не люблю я это название, оно слишком... Как Антон, да, как Антон Ревнюк из ЛРК мне говорил: «Маша, да что у тебя все такие названия 32 августа, а вот это вот что? Назови песню «Весенний поцелуй». Зато там звучит трейн. Ну, Пугачёва «Осенний поцелуй». Весенний, но да, я вообще всегда запомнила. Ну так это еще же и сложно придумать такие названия. Вот настолько, чтобы они весенние поцелуи, чтобы они были настолько вот плохие. Август Рейн. Вы вдвоем начинаете, правда? Два раза.
кстати говоря, похоже на август. Вот. Можно представить. Знаете, как похоже, как будто там дождь идет, вот, Питер, дождь, но все мы сидим в кафешке, там кофе тепленький, булочки у всех, и все наслаждаются музыкой. То есть музыка, она такая, опять же, радостная получается. Не ощущаешь себя под дождем с такой музыкой. Да, а потому что я не одна играю. Если бы я играла одна, это было бы очень грустно. Что дождь теплый. Дождь все-таки, да, плюс 11, а не плюс 3. Еще я заметил, вы когда играете соло, то у вас тема плавно переходит в соло, и даже когда вы его заканчиваете, все равно как будто это продолжение. То есть ваше присутствие саксофона ощущается через все произведение, и даже негде хлопать. Как... Вот почему мне никто никогда не хотел. Да, да, потому что у вас очень большие паузы, и эти паузы, они гармонично переходят в соло других инструментов. И, собственно говоря, когда хочется похлопать, уже поздно. Вводите людей в замешательство. Да, как вы, это самое, как так удается вообще играть? Ну это хорошо, мне нравится, что это так выглядит. Вот именно так. Ну потому что я пытаюсь быть гармонично, чтобы не было отдельная вот тема, а сейчас я сыграю все, что я знаю на эту гармонию. Все, что я назанималась, причем, что удивительно, у меня никогда не получается играть соло то, чем я занимаюсь дома. Никогда. Видимо, потому что я пытаюсь создавать музыку, а вот это вот, ну нет же, я вот это выучила, вот это так классно звучит, нужно его же показать, и вот, блин, и никак. Мне кажется, это потому что я в разных состояниях нахожусь, когда занимаюсь и когда играю, вот, поэтому, мне кажется, такой дисконнект. А вы обучались вот композиции, гармонии? Ну, у меня была гармония в училище в Питере, которое я заканчивала. Джазовая гармония. И классическая. Нет, наверное, классическая все-таки. А композиции там не было. Но основной инструмент у вас был, у меня был саксофон именно, да? Да, ну и все вот это вот. Уроки гармонии, да, были. А как, кстати, в каком виде музыкантам раздается то, что они должны играть? В партитуру же вы не пишете? Да? То есть как бы раздается гармония, вы играете мелодию и даете им гармонию. Да, я им даю аранжировку, схему действий и гармонию. Mm-hmm. Вот. Вот если бы здесь были клавиши, вот в предыдущей композиции на клавиши большая была нагрузка, да, там, как бы, наверное. Импровизации было бы полно. Ну, импровизации было бы полно везде, в любых композициях, если были бы клавиши. Вот, но просто это уже получается совсем другая музыка. Она бы отличалась сильно. А здесь вот вообще вот в том, что мы слышали, очень плотно забито барабанами все. Это как бы, ну так получается, потому что нету аккомпанирующего инструмента, да, такого, типа фортепиано там или гитары. То есть на барабаны очень большая нагрузка во всех композициях. Саша, тебе вопрос. Ко мне? Ну, то есть... Когда есть место для пространства, то нужно заполнять его барабанами. То есть... Если играть скупо в трио без гармонического инструмента, то это будет очень скучно слушать. Ну, я так и подумал, потому что действительно классно звучит. Чтобы был все время конфликт между тремя инструментами, напряжение постоянно. Потому что напряжение обычно создает пианист. Он вставляет аккорды, он играет какие-то рифы, играет мелодическое обыгрывание аккордов. А здесь получается, что у нас все моноинструменты все. И поэтому есть возможность играть более насыщенно. А вам привычно играть вот именно без клавишника? Ну, трио уже у вас как бы это устоявшийся как бы такой состав? Ну, трио всегда как эксперимент идет. Для саксофонистов больше пространства. Всегда, потому что пианист иногда вгоняет саксофон, вообще импровизирующий инструмент, вгоняет его в рамки гармонические. Ну да, он навязывает свою гармонию. Навязывает иногда свою гармонию. Если человек, так скажем, не свой по душе, то может быть конфликт на сцене, ну такой некомфортный. Но внутренний. Да, внутренний некомфортный, скажем так. Очень много примеров джазовых трио именно без рояля. Начиная.
60-х годов, наверное. Скажите, а вот на альбоме, на вашем СЛРК-трио, именно ударные, там такая, такой подростковый фанк такой прослушивается, если я правильно выразил. Вот у вас, очевидно, этого нет, это принципиально нет, или... Нет, задача просто повторить то, что было на альбоме. И собственно, если так по чесноку сказать, то мы даже не репетируем. Мне Маша присылает какие-то отрывки произведений, причем специально отрезает только тему и начало чего-то, чтобы я не слушал дальше. Просто, знаете, это вот та капелька, которая полностью меняет настроение, не только ритм, да, совершенно верно. Да, окрас полностью, другой тон. Маша, а вы для себя музыкантов находите вот по каким критериям? Слушаете или же вот по профессиональному уровню? Вот так вот, чтобы раз, вот и музыка вот под ваш характер прям легла великолепно. В первую очередь это должен быть симпатичный человек. В первую самую очередь. Ну просто мальчики симпатичные. Так. Чтоб не портили картинку. Ну, не знаю даже. Ну да, наверное, как-то поиграли один раз, кто-то пришел на замену, например, как это с Артемом было. И так я понимаю, что должен остаться человек. Вот. С Сашей мы очень давно играли уже мою музыку. Да, что-то он знает очень хорошо, и уже не надо даже слушать отрывки присланных произведений. Ну, мне кажется, все так подбирают музыкантов для себя. В первую очередь, чтобы у вас впадало мировоззрение. И по поводу музыки, мысли, что красиво, что уродливо, что хорошо, что плохо. Ну и чтобы вы не чувствовали себя с разных планет, мне кажется. Да. Вот. Чтобы было о чем говорить на сцене. Наверное, так. Ну, у вас прекрасно получается. Спасибо. Ну, тогда мы еще спокойнее сыграем, чтобы уж вы точно разошлись. Не хотели еще. Да, это тоже питерское старье. Но на самом деле оно мне так нравится, что я до сих пор думаю, как я, будучи такой вообще молодой девушкой, что у меня было в голове, что я сочинила такую мелодию прекрасную, так мне нравится. С тех пор я что-то балладу написала, и уж меня это удивляет. Всегда же о себе думаешь, что вот раньше я жил таким глупым, сейчас-то я такой умный, а вот тогда-то, ой, да нет, а тогда-то что с меня взять было все. А вот так вот слышишь песни и понимаешь, что все уже было.